60 круглосуточных мест и 40 мест дневного пребывания. В Засвияжском районе открылся профилакторий для участников СВО и старшего поколения. На его базе работают врач-терапевт, невролог, рефлексотерапевт, психотерапевт и другие специалисты. В нашем центре пациент проходит реабилитацию после травм, переломов с целью восстановить или частично восстановить потерянные функции организма, конечностей. Нурия Сабирова проходит лечение вместе с супругом. Их сын погиб, исполняя воинский долг. Горе родители пережили тяжело. Утрата сказалась на здоровье пожилых людей. Мы с 13 числа здесь. Очень хорошо. Не переживайте, не переживайте. Вторая неделя. У нас сын погиб. Соцзащита выдвинула. Алексей Русских посетил новое учреждение. Глава региона осмотрел все кабинеты, поговорил с персоналом и пациентами. Вошли все кабинеты. Я считаю, что закуплено все необходимое для того, чтобы быстро восстановиться, снова встать в строй. Также мы приветствуем здесь родителей, родственников, ребят, которые участвуют в специальной военной операции. Уверен, что это было правильное решение. Мы им первый регион, который такое решение принял. Это первый центр, который открылся в стране по нашему пути идут. Одноместные и двухместные номера, процедурные кабинеты и зоны отдыха с библиотекой. Изначально этот профилакторий возрождали для ветеранов труда, но спецоперация внесла коррективы. Фитобар, голокамера, ЛФК, физиолечение. Все кабинеты укомплектованы современным оборудованием. Напомню, центр реабилитации находится по адресу улица Октябрьская, дом 30. Виктория Черкова, Геннадий Бухтаяров. Улправда ТВ.